На конкурс дети читают стихи. Кошкина Елизавета, 12 лет. Лермонтов, Парус. Здравствуйте, меня зовут Кошкина Елизавета, и я хочу рассказать стихотворение Лермонтова «Парус». Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинуло в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя свищет.